Здравствуйте, товарищи, с вами Сет. Это Walking Dead 400 дней. И мы продолжаем. За кого мы будем на этот раз играть? За Рассела, за Уэйта или за Бонни? Давайте за Уэйта. А посмотрим, сколько, ну, события, через сколько после начала будут происходить с ним. Похоже на эту самую заправку, на самом деле. Хотя у них, я полагаю, все заправки одинаковые. 41-й день с начала эпидемии. В принципе, не так уж и много прошло. Боже, все так хуёво. Нахуй хрен ты пристрелил того парня, мужик? Что это было? Я не хотел этого делать. Это просто произошло, понятно. Где ты, блядь, был со своим шухером? Я, ты меня решил все повесить? Я этого парня не видел, я боялся, что остальные достанут пушки. Блин, чувак, как они нас выследили? Какого хера? Просто... Что-то хотели спиздить, короче, боры. Быстрее. На, мужик, стреляй. Вали их, чувак. Чё за люди? Пару попал. Это как так произошло? Достал они там, Уайт. Чувак, скажи. Хуй его знает. Буду за истеричку играть. Это значит, что они могут быть там, но я не знаю, там ли они. Ясно? Ясно? Так. Я сверну. Окей. Фары выключил. Я чувствую на себе этот взгляд, мужик. Я не дебил, я все делаю правильно. Нет света, нет. Ну знаешь, они нас не увидят. Наверное, это имеет смысл. Ты что, тупой? Врезание во что-то нам не поможет. Корова будет для нас лишним. Черт, мне стоит опасаться коров, коров. И почему я сам об этом не подумал? Когда ты последний раз видел корову, а? Ладно, плохой пример. Но ты все еще можешь во что-то врезаться. Боже, поверить не могу, что мы в таком дерьме. Ты только не каркай, лады? Хорошо, дорога прямая, все будет ровно. Хотя бы спасть скорость. Чё, нихуя? Ты видел глаза этого чувака? Он же убитый в ноль. Я ни за что в жизни не хочу с ним пересечься, Уэйт. Что если что-то будет на дороге? Неважно, мы уберемся нахуй из этих, от этих ребят. Они на всю голову больны. Самое время. Я тебе выбью глаз. Видишь, все нормально. Дорога прямая, как мой хер. Педики, что ли? Думаешь, все кончилось? Не говори свой про свой хер. Пока не выберемся из тумана. Это была игра слов? Нет. С каких пор ты играешь слаймс? Я сказал нет, идиот. Я знаю. Че за игра слов, пока мы не выберемся из тумана? Чего? Почему у тебя нет девушки? Никогда не было девушки. А, точно. На то есть одна причина. Посмотри, нет ли что дунуть в бардачке. Это не бардачок. Помнишь, как Джей накурился и пытался приготовить блинчики в CD-плеере? Нет. Ничего не вижу. С кем ты говоришь? С тобой? А, что ты сказал? Здесь нет чего. Господи, чего? Заткнись. Я ничего не вижу. Блин, она там, смотри лучше. Ничего такого я не вижу. А что я вижу? Так это патроны, которые ты потерял на той неделе. Бог мой, серьезно, правда? Но трава-то там есть? Ты знаешь, однажды я гулял с той девчонкой, Эбигейл. Мне кажется, пора перезарядить пистолет. Сейчас куда важнее, спасибо. Ладно, странно, но ладно. Ну вот, это он со включенными фарами. Ну он ходячего сбил, так что ничего страшного, в принципе. Вот дерьмо. Блин, вот дерьмо.
Что-нибудь видел? Мне кажется, это был мужик. Уайт, давай, мужик, скажи что-нибудь. Он был живым или нет? Это не мог быть человек. Что за ебучий туман за ночь? Это не было похоже на человека живого, неважно. Правда? Серьезно? То есть, серьезно? Посмотри мне в глаза и скажи, что это. Скажи это. Ты меня слышал, Эдди. Но он же сказал, что он сбил ходячего. Давай посмотрим, если что-нибудь после машины. Что-нибудь, что даст нам подсказку. Сейчас мы просто гадаем. Но я не собираюсь уезжать, если мы сбили человека. Я просто не могу. Но ты же застрелил человека только что. Ну не только что, недавно. Мужик, не пускай окно, оно же разбито. Я не вижу через трещины. Смотри, все нормально, видишь? Что там на стекле, чувак? Часть его майки. Да, но и мертвецы носят майки. Иди дальше. Зеркало от машины? Отсюда трудно сказать. Как думаешь, это кровь свежая? Ага, но она довольно темная. А, черт. Чувак, но я правда ничего не вижу. Хватит страдать херней, мы должны узнать, в чем дело, ясно? Это нам не поможет. Ладно, ладно, господи. Серьезно, ты думаешь, что какая-то часть этого мужика оказалась в бардачке? Блин, я не знаю. Слушай, Уэйт, это был человек. Ты уверен? Да. Насколько уверен? Я охуеть как уверен, так же как уверен в том, что лучше чего-то там не обманывать. Что нам делать? Нам нужно просто уйти отсюда. А, пойти туда. Ни за что. Я ни за что не выйду из машины, забудь. А что если бы это был ты, мужик? После всей херни, что с нами произошла за последние пару дней. Что-то там страдания, мудак. Да ладно, чувак, это глупо. Мы выйдем, проверим его и поедем. Ладно. Ладно, я пойду, дай мне пушку. Чувак, я втянул нас в это, я его сбил, значит мне и расхлёбывать. Тогда зачем ты спрашиваешь, кто из нас пойдет? Пойдет, прости, в следующий раз такой же, блядь, ситуации, я сперва подумаю о том, прежде чем буду говорить. Ладно, ну блин, ладно, вот, давай решим. Все, в камень, ножницы, бумага. Ладно, это честно. Fine. Okay, cool, good. This is good. We need to hurry up. You ready? Man, I can't believe I'm doing this shit. Dude, 2 seconds, it's over. 2 секунды, все кончится. Two out of three, right? Sure. One, two, three, go. 2 из 3. Камень. 1. Alright, alright. Okay. Alright. 1, 2, 3. Как это вообще возможно? Ладно. 33% вероятно. Ножницы? Кто, блядь, берет ножницы? Да ты же сам ножницы только что поставил. Интересно, а можно было проиграть? Черт, ладно. Торопись, чувак. Блин, ты беси меня, я быстрее не могу. Если нам придется сваливать быстро. Ни хрена себе он меткий. Молодец, идиот. И Уайт, я в детстве объелся краски. Черт, куда они могли улететь? Они же такие мелкие. Я чувствую то, что нам скоро надо будет воспользоваться этими ключами. Слишком темно. I'm staying right here.
But Eddie's upset about that. He loves this car. Hey, maybe I can see better with that guy on. Может, лучше буду видеть, если включу его. Why didn't he just leave the ignition? Почему он просто не оставил зажигание? Опаньки. Shit! Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Да я не понял, а что делать-то? Там нажать ни на что нельзя было. Закрыть дверь, наверное, я полагаю. Ну ладно. Why didn't he just leave them in the ignition? Shit! Да. Почему бы ему просто пистолетом не выстрелить? Не вижу, куда нажимать. А. Вы бросили Эдди? А мог не бросать? Я полагаю, если бы я пошел, то Эдди бросил бы меня. Хм, интересно. Надо будет еще раз перепройти это и узнать, собственно... И узнать, собственно, можно ли было как-то по-другому сделать, потому что мне вот не очень понравилось это, то, что произошло вообще. Ну ладно, в любом случае... Бонни и Рассел у нас будут в следующем летсплее, ну, один из них. Ссылочка где-то прямо здесь. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение. С вами был Сет. До свидания.